Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, видеоурока очень интересна. Любые избыточные проявления энергии ЦИ в селезенке и поджелудочной железы. Но согласно восточной философии, не западной. Но мы немножечко подвели, чтобы знать, чтобы человек понимал, вот, как восточная медицина рассматривает селезенку поджелудочной железы. Итак, селезенка – это депо крови. Потому сразу любые избыточные проявления ЦИ селезенки могут отказаться на воспалительных процессах крови, кровяной массы. Поэтому, пожалуйста, не надо сразу бить тревогу, если вы сдали анализы крови, у вас все плохо по анализам. Пожалуйста, проверьте селезенку и поджелудочную железу. Но, согласно восточной медицине, здесь мы призываем просто-напросто людей, не надо делать поспешных выводов. Почему? Потому что Восток – дело тонкое. Поджелудочная изготавливает кровь, а тройной обогреватель ее, скажем так, руководит, скажем так, движением крови. Вот и все. Циркуляция крови. Силой тока энергии крови. Вот в каком состоянии. А сейчас же все побегут. Ой, мы сдали, что кровь плохая, все, надо на селезенку смотреть. Селезенка, поджелудочная, какой стороной обогреватель и не только. Итак, поджелудочная железа – это самый интересный орган, который до конца не исследован. Почему? Потому что он контролирует, прежде всего, наши с вами мысли. Мы уже повторяемся и будем повторяться, что поджелудочная железа и селезенка контролируют будущее, настоящее, прошлое. Формируют даже дух человека, так мы скажем. Вот и все. Как человек проявляет свой дух, насколько он одухотворен, насколько его несет в том или ином деле, насколько в нем энергетический потенциал, там, скажем так, насколько он эрудированный, радостный человек. Это все проявление крови и его духа. Также поджелудочный контролирует мышечный каркас. Потому любые избыточные проявления ЦИ в мышечном каркасе, это может быть проявляться только и судорогами, и болями, и дискомфортом, который человек объяснить не может. Прежде всего, обратите внимание на свою поджелудочную железу. Каким образом? Диагностика 12 меридианов. Потому что мы читаем лекции согласно восточной философии. Не путайте западную и восточную. Также поджелудочная, что мама всего желудочно-кишечного тракта. Элементарно просто. Если есть проявление избыточной поджелудочной железы, обратите внимание, это может проявляться любыми заболеваниями негативными на желудочно-кишечном тракте. Вот. Также это речь, слово. Вот кому-то не нравится, как человек говорит, какой у него тембр. Обратите внимание на поджелудочную железу. Частенько возникает у человека жар, потливость. Это может что? Проявляться тоже избыточность поджелудочной железы. Внимательно смотрите, как простирается данный меридиан, что он контролирует. Он контролирует и легкие, и сердце, и бронхиальное дерево, и бронхи наши с вами, и не только. Это также постоянные воспалительные процессы, которые человек не может дать ответ. И все, вот убирает воспаление, через некоторое время оно опять возникает. Убирает воспаление, оно опять через время какое-то проявляется. Обратите внимание на свою поджелудочную железу. Это может быть избыток энергии в ней, ЦИ. Вот и все. Ну и, конечно, сюда входят, конечно, болезни печени, болезни сердца и болезни сосудов, на которые тоже поджелудочная железа имеет огромнейшее влияние. Потому всеразличные проявления избыточной энергии ЦИ, которые порождают в нас те или иные воспалительные процессы, которые выходят, конечно, но выйти до конца не могут, могут кроются в состоянии селезенки поджелудочной железы и этого меридиана. И точка РП5, Шанцю, нам в помощь. Данная точка расслабляется при всех проявлениях воспалительных избыточных энергий ЦИ, которые что? Циркулируют вот в этом меридиане. Где эта энергия еще может выйти, выстрелить? В щитовидной железе, в ротовом полости, в легких, боковые части, сердце, область сердца, грудь, грудина, желудочно-кишечный тракт, брюшная полость. Что здесь еще у нас? Мочеполовая система, боковые расстройства, нижние конечности, коленный сустав. Мы не знаем, где эта энергия остановится, где она проявляет. Мы не знаем. Но мы точно знаем, что данная точка может что? Методом расслабления убрать эту избыточную ЦИ. Но помните, один раз убрать ЦИ избыточную невозможно. И между прочим, чтобы вы знали, лучше, когда диагностика слабая. Тогда ЦИ можно давать. И любой человек с легкостью примет эту ЦИ. А вот когда энергии много, ее очень тяжело у человека забрать. Потому что по природе человек сам по себе, он жадный. Ему тяжело отдать. Ему легче принять в дар ту или иную сумму, чем отдать.
Потому здесь философия заключается в том, что человек все-таки должен научиться и принимать, и с легкостью отдавать. И в этом участвует поджелудочная железа. Спасибо за внимание.